1945 год. Слышишь? Самое последнее, самое старое, ржавое. Выше, выше, выше. А тем, кому не хватает места, смотри, выбери. На замки посмотри. Ну, одинаковые, в смысле. Где-то продают, видимо. Оп-оп. Бизнес, да, вот так. Потому что золотые, золотые. Ну, вот как-то так. Вообще розовые, смотри. Ну да, один-единственный розовый. И такой вот мост. Рыбки плавают наверху, нугары плавают наверху. Ну, вот и бизнес. Но. Против солнца что-то будет видно. Польский герб, голубь. Кардинал Болеславов. 73 года позже. 1903 по 1974. Нет, 71. Да, все-таки 71. Да, такой вид. Куча туристов. Реставрация проходит. Орган. В 12 часов, кстати. Он был в Шенде. Такие ступеньки тяжелые, да? Только поднимешься. А он закрыт с 12 часов. Ого, какой большой. Какой большой ран. Go to contention hall and the two.
Каша. Кирилл. Дамы и гриши маны? Нет. Дробная пеш? Нема карта. На ту сторону один. Да, я ее сниму. Мощно. Мне больше нравится, что слабые задают, такие интересные. Там не ряд. Статус с двух сторон. Это, по-моему, самый старый, да, костюм. Сейчас еще пока.
стопы красивые. Вот такие стопы красивые. Да, кстати, очень старинный. Смотри, крыши вообще не было. Угу. Одни руины. Я на крестителе. Катедра Рославска Святого Яна. Пустите. Смотрите, там какой-то знак старинный, зеленого цвета. То, что не было реставрировано. Часть. А статуэтки женщина плачет сверху. Видела? В самом верху женщина плачет. Ну, не в самом верху, посередине. Мне нравится, что большинство как ангелы, да, звери разные, которые изображены на таких, смотрят снизу вверх на нас. Да. Ну, ангелы получаются. Подрядились по углам. А львы — это вообще вроцлавское отображение. Я смотрю, очень много львов они интересуют. Угу. Все в цветочках, миленько. То ангел, да, с крылышками, да. Двери старинные слева. Брама такая миленькая. Стрелочка, слышишь? Видела? С 13-18 или как? Мне очень ручки нравятся на дверях. Двери, экстрим, ну. Такой черный кирпич, да? А это что за здание? Это же не костёл, правильно? Не похож, может, какой-то здесь полетел.
Не думаешь? Пойдем. Семинар.